Здравствуйте. Петр Бабын, ваше основание. Не пристегнутый ремень безопасности. Как еще раз, инспектор? Не пристегнутый ремень. Нет, инспектор. Погонин. Инспектор Погонин. А если я вам докажу, что я ехал пристегнутый? Каким методом? А то, что я даже сижу пристегнутый. А, извиняюсь. У вас просто ремень? Я объясню, мне просто неудобно. Вам все еще нужны мои документы? Нет. Это обязательно снимать на телефон? Или вы боитесь сотрудников ДПС? Поверьте, в случае с 14-м батальоном, это обязательно. Вот. Не обязательно выкладывать, но снимать обязательно. Глупость. Не надо всех инспекторов равнять под одну рамку. Так же, как и всех водителей, я считаю так. Послушайте, когда в вашей системе есть, я согласен, хорошие люди, есть плохие люди. Абсолютно с вами согласен. Так что поверьте. Да, я считаю так же, как и водители. Есть нормальные, адекватные люди, а есть полностью неадекватные люди. Поверьте, и тех встречал. И среди ваших, и среди наших. Но повторюсь, пока у вас служат такие, как Сарафанов Артем Владимирович. Знаю. Вот, который оболгал меня в суде, и мне пришлось доказывать мою невиновность, и я ее доказал. Ну, в данный момент, то есть вы ехали, я вот посмотрел, у вас прозрачная машина. Видно, что вы не пристегнуты ремнем. И вы, так как у вас большая, видно, масса, вы ее Масса у меня, согласно, скажем так, стандарту. Дело не в этом. Мне просто так удобно и все. Вот. А если я не пристегнусь, она мне пищалкой весь мозг вынесет. Ну, ей же сейчас продаются, мы же в России живем. У вас, знаете, как у нас, российский менталитет очень тяжко изменить. Поэтому есть специальные обманки, которые вставляются. Ну, господи, взрослые люди. Ну, согласен. Давайте, я не буду вас задерживать. Счастливого пути. До свидания. С наступающим праздником. Вас также.